Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Ищем закономерность. Номер 1047. Сколько вершин, ребер и граней у семиугольной призмы? Итак, у семиугольной призмы всего вершин. 7 вершин у верхнего основания и 7 вершин у нижнего основания. То есть всего 14. Сколько всего ребер? 7 ребер у верхнего основания, 7 сторон семиугольника, у нижнего основания 7 сторон, и боковые ребра 7, всего 21 ребро. И сколько всего граней? Всего 7 граней боковых и верхние и нижние, то есть всего 9 граней. Аналогично у десятиугольной призмы. Вершин у десятиугольной призмы 20, 10 у верхнего основания и 10 у нижнего основания. Ребер у десятиугольной призмы 30, 10 ребер верхнего основания, стороны десятиугольника, нижнего основания и 10 боковых ребер. И всего граней 12, 10 боковых граней и верхняя и нижняя грань. Используя это, можно записать, сколько вершин, ребер, граней у N-угольной призмы, то есть у любой призмы. Всего вершин у N-угольной призмы, если посмотреть внимательно, будет в два раза больше, 2N. Всего ребер будет в три раза больше, 3N. И грани всего будет на 2 больше, N плюс 2. То есть, например, у пятиугольной призмы 2 умножить на 5 вершин 10, ребер 3 умножить на 5 15, грани 5 плюс 2 7 и так далее. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.